Ну, мы сперва ходили к врачам. У него была речь невнятная. Азоми буша, оно баманвай, аминвай рук в танки, мы проект мешал, по семинару, по тренингу, по хами вау, так ливка дигиб дамана. Маркеси Мехри Дильба Рафта, семинар Айне Худжанд Омада, Модаруи Вая Фамда, Йордам Кардан, Отихба Рафта, Швайба, Ошкой Рафшамба, Бахористомба, Лагери Бахористомба Рафта. В Сагдийской области по статистике 7 тысяч детей с ограниченными возможностями. Это зарегистрированные, а не зарегистрированные еще бог знает сколько. Нет отдельного общества для таких детей. Есть одно общество единое, чтобы они могли на равных жить, получить образование, создавать семью. Проект приносит успех еще к тому, что это, можно сказать, уровень общины, да, так скажем. И самое главное, это себя человек может обслужить. Проблем есть, оказывается, такие дети много, и они нуждаются, как нами, как я была, как я нуждалась, и захотелось, чтобы другим тоже так помочь. Это программа РУО, которую мы сейчас с фондом ФСДС реализуем. Назначение этой программы так и является, чтобы услуги были доступны каждой семье. Было бы хорошо, чтобы они тоже, у них такие дети тяжелые, они сидят дома, не могут вот создать вот такие курсы. Когда мама изменяет свой взгляд на ребенка, она предается в первую очередь остальным членам семьи. А когда семья начинает в ребенке увидеть другого человека, это и принимает потом вся общество. Барои авал корима шахрам йордам этиян. Барои хоне ихдан, барои рызгорма гифтарафтан, барои бихбуди вай. Как сейчас выяснилось, у него сейчас хорошо все, он ходит в школу, у него улучшается память, он хорошо работает. Родители, они, ну, как бы раскрывают свои крылья, расправляют крылья, и они могут работать, они могут своих детей развивать. Да? Нет, не, у меня Олива, не мою ермаку, мошенькиды, как вай. Да, помогает, немного помогает. Но наша работа – это помочь родителю, помочь маме. Она, получая консультацию, получая нашу поддержку, она не остается просто так, она не сидит просто так, она старается помочь другому ребенку, другой маме, которая уже как ее сосед или как ее родственник. Ман аку ягон бор ягон хэ ман бэ исраф шудагиш нэдэ ман худам төпэ мэдэхтэм факат дасти буд. Мисал дэйзанд хоатэ ман хакэ корошуны мэдэхтэм. Конечно, это очень хороший успех, но для того, чтобы вот эта тенденция, она стала как бы такой общей, она охватила вся наше общество, нам необходимо дальше распространять эту информацию.